Привет, братцы рыбаки. В одном из своих видео я показывал вот такой вот поплавочек. Кому интересно, ссылочка на то видео сейчас появится справа вверху. А сегодня я покажу, как его сделать более подробно. Поплавок очень чувствительный, работает отлично. Делается буквально за 5 минут. Ну что, приступим. Для его изготовления мне потребуется всего лишь трубочка из-под коктейля, любая. То есть, ну, разноцветных нету, буду вот такую вот использовать. И клеевой пистолет. Ну и лаки там для покраски. Сперва отрезаем трубочку вот по вот эту вот гармошку. Вот это будет наш поплавок. Теперь включаю клеевой пистолет, пока греется. Нужно подобрать какую-нибудь пенопластину, которая должна туда зайти туго. Ну, само то. С двух сторон вставляю пенопласт вовнутрь. Его нужно немного утопить. Вот как-то так примерно. Длина поплавка будет 15 сантиметров. Клеевой пистолет нагрелся. Теперь носик опускаем вовнутрь. И заплавляем края. Лишнее потом срежу. Вот что получилось. В принципе, поплавок можно считать готовым. Теперь мне его остается немного зашкурить и покрыть лаком. Беру маленький кусочек мелкой шкурки и чуть-чуть делаю поверхность шероховатой, чтобы лак лучше прилегал. После того, как зашкурил будущий поплавок, надо его немного обезжирить, и можно приступать к покраске. Верх у меня будет красным, низ сделаю черным. Покрашу в несколько слоев. Лак сильно прозрачный, поэтому сделаю однотонным. Вот что получается, сейчас подсохнет, и покрашу еще на один слой. Верх подсох, теперь можно красить низ. Чтобы было ровненько, наклею малярный скотч и приступаю к покраске. Ну, в общем, вот что уже получается после покраски. Сейчас подсохнет, останется одеть кембрики, и поплавок готов. Вместо кембрика буду использовать изоляцию от провода, тоже ее подкрасил желтым лаком. Пока сохнет мой поплавок, сразу сделаю колечки, а не же кембрики. Ну, собственно, вот и все. Мой поплавок готов. Вот какой он получился. В принципе, если вы найдете коктейльную трубочку нужного вам цвета, красить его не обязательно. Можно оставить прям как он есть. Осталось одеть кембрики, в моем случае изоляция от провода. Немного сейчас ее расширю. Так вот, с помощью ножниц. И она очень легко после этого одевается. Вот и все. Такой поплавок вот делается буквально за 10 минут работы. Карасевый неубиваемый поплавок считаю готовым. А неубиваемый он 100%. То есть единственное, как он может убиться, это если вы его где-то там зацепите, оборвете. А так они крепкие, не ломаются. Да и не жалко даже, если потеряете. Таких можно наделать буквально перед рыбалкой там хоть сколько, если у вас есть трубочки из-под коктейля. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. И до новых встреч. Всем пока.